Буквально вчера курьером прибыли вот такие две монеточки. Посвящены они 80-летию советской мультипликации. Ну, 25-рублевый номинал. Аверс – это главная сторона монеты, там, где герб. Вот на аверсе рельефное изображение герба Российской Федерации. Двуглавый орел с скипетром державы. На груди Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Справа внизу знак монетного двора, московский ММД. Под орлом указан номинал 25 рублей и ниже год выпуска 2017. Вверху вдоль канта полукругом обозначение названия страны Российской Федерации. В начале и конце надписи имеется орнамент из двух объединенных квадратов. На реверсе. Реверс – это монеты, которые справа, это как бы не гербовая сторона, поэтому реверс. Находится рельефное изображение фрагмента советского мультфильма «Винни-Пух». Главные герои изображены в технике, вот такой вот, в движении. Ну вот, с лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. Дата выпуска обоих монет – немножко странный, 28 декабря 2017 года. Казалось бы, нормальные люди должны отдыхать, но у нас вот почему-то любят авральничать. В конце года чего-то там такое вот затевается. Непонятно, в итоге непонятно чего, как рассасывается потом по стране, и какие-то перекосы в доставке, и начинается ползти цена куда-то наверх и выше. Вообще, поскольку мы говорим про мультик «Винни-Пух», то хотелось бы напомнить, что цикл из трех мультфильмов про Винни-Пуха вышел с 1969 по 1972 годы на основе произведения английского писателя Милна. Ну, вот со значительными доработками и сокращениями. В мультфильме участвуют персонажи плюшевый медвежонок Винни-Пух, поросенок Пятачок, они вот как раз тут изображены, кролик «Сова» и «Ослик Я». Они уже на монету не попали, но вот как бы на монете изображен Винни-Пух и Пятачок, которые идут смотреть, как пчелы делают неправильный мед, так скажем. Вот в паре с этой монетой вышла еще монета «Три богатыря». Если ее смотреть, то получается вот так надо уже смотреть. Да, вот так примерно, да. Так, ну, номинал 25 рублей, год у обоих монет 2017, металл «Мельхиор», дата выпуска 28 декабря 2017 года, нормативная масса 10 грамм, монетный двор ММД, московский монетный двор, нормативный диаметр 27 мм, нормативная толщина 2,3 мм, гурт 180 рифлений, тираж 450 тысяч штук. Это у монеты «Три богатыря». Тираж не маленький, в принципе, должно как бы всем немножко и достаться. Ну, на описание я уже описывал, у монет оно одинаковое. На аверсе рельефное изображение герба Российской Федерации, двуглавый орел со скипетром державой на груди, Георгий Победоносец. Вот внизу знак монетного двора ММД, под орлом указан номинал 25 рублей, и еще ниже 2017 год, год выпуска монет. Вверху вдоль канта полукругом обозначение название страны Российской Федерации. В начале и в конце надписи имеется орнамент из двух объединенных квадратов. На реверсе рельефно изображены три богатыря: Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец из одноименного мультипликационного цикла. На заднем плане древнерусские строения. На лицевой и оборотной стороне монет по окружности имеется выступающий кант. Вот тоже выпущена монета 28 декабря 2017 года под завязку года. Ну вот первые три мультфильма из цикла «Три богатыря» были выпущены в 2008 году. Они посвящены былинным персонажам, русским богатырям: Алёша Попович, Илья Муромец и Добрыня Никитич. В каждом
мультфильме рассказывается история одного богатыря. С 2010 года выходят новые мультфильмы, где богатыри участвуют в сюжете вместе. Никаких исторических сведений о богатырях не известно, кроме Ильи Муромца. Однако вот два остальных персонажа могли быть выдуманы на основе реально живых людей, обладавших большой физической силой и, возможно, занимавших важные государственные должности. Вот такие вот. Эти же монеты вышли также и в цветном варианте, но мне пока не досталось, не знаю, вот как потом попадется, не попадется. Ну, будем радоваться на данный момент тому, что есть в руках. Той синичке, тому журавлю. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.